Доктор Машинкова. Привет. Смотри, какая интересная машинка. Это внедорожник. Он ездит там, где другие машинки просто не проедут, а ему все нипочем. Ведь он был создан именно для такой непроходимой местности, крутых холмов и глубоких оврагов, где очень много грязи и пыли. Гляди-ка, впереди какая-то очень грязная лужа. Но и она его не остановит. Машинка почти плывет, но продолжает двигаться вперед. Во-ка! Это было здорово, но теперь красная машинка такая грязная, ее нужно помыть. Давай зайдем к доктору Машинковой. Доктор Машинкова удивилась, конечно, такому грязнули, но все равно очень обрадовалась гостю и пообещала хорошенько отмыть его. Итак, сначала надо сбить крупную грязь водой. Ага, вот так, замечательно. Теперь нужно как следует намылить ее шампунем. Ух ты! Прямо как будто снегом покрылась машинка. Ну а теперь нужно хорошенько потереть ее мягкими щетками со всех сторон, чтобы смыть всю прилипшую грязь. Смотри! Машинка стала почти как новая, но все еще мокрая, и с нее капает вода. Значит, ее нужно высушить. Давай сделаем это. Готово. Сушка закончена, и теперь машина блестит и выглядит прекрасно. Теперь она может отправляться в путь. Пока, машинка! Но посмотри, теперь все стены и пол гаража испачкались. Давай отмоем и их. Так, приступим. Красота! Теперь и гараж у нас чистый и светлый. Можно снова ждать гостей. Ура! А мы прощаемся с вами. Пока-пока!